Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как выключить часы Amazfit Bip S. Итак, вначале нам нужно активировать экран, а затем еще раз нажать на физическую кнопку, чтобы перейти в меню. После чего спускаемся вниз и, найдя пункт настройки, выбираем его. После чего мы опять спускаемся вниз и находим пункт «Выключить». Нажимаем на него и нажимаем «Ок». Отлично, мы с вами выключили часы Amazfit Bip S. Для включения часиков нам нужно просто нажать и удерживать кнопку питания, это единственная кнопка здесь, и удерживать ее до вибрации. Как только часы завибрируют, кнопку нужно отпустить. Ну вот и все, часы уже запущены. Что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!